Всем привет! И сегодня мы приготовим красивый и вкусный завтрак из яиц. Для начала нам нужно вынуть из кусочка хлеба кружочек чуть выше середины, затем вырезать ножом или ножницами форму сердечка. Берем яйцо и отделяем желток от белка. Наливаем немного масла в сковородку и ставим разогреваться. Сковорода разогрелась. Берем хлебную заготовку и немного обжариваем с одной стороны. Немного обжарив, переворачиваем. И выливаем в серединку заранее отделенный желток. Немного подсаливаем и накрываем крышкой. Вот и все, наше сердечко готово. Мы специально оставили желток в слегка жидком состоянии, но это дело вкуса. Далее берем сосиску и разрезаем ее почти до конца пополам, немного оставляя целой у начала. И сворачиваем ее в форме сердечка. Для того, чтобы сосиска не потеряла свою форму, протыкаем кончики сосиски шпажкой. Также отделяем белок от желтка, немного наливаем масла в сковороду и ставим разогреваться. Как только масло на сковороде разогрелось, выкладываем сосиску на сковородку. Спустя немного времени переворачиваем. И выливаем желток. Немного подсаливаем и накрываем крышкой. Все, сердечко из сосиски готово. Снимаем. Украшаем веточкой укропа. Так как мы дважды отделяли желток от белка, у нас остался еще белок. Его мы выливаем на сковородку. Белок довольно быстро обжарился, он готов. Достаем и сервируем все то, что у нас получилось. Вот такой красивый и вкусный завтрак у нас получился. Трудозатрат минимум, времени на его приготовление чуть больше, чем пожарить обычную яичницу, но зато какой эффект! Если вам понравилось блюдо и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также в комментариях вы можете рассказать о своих шедеврах кулинарного искусства. Всем приятного аппетита и до новых встреч!